Спасибо огромное за щедрый 5-евровый донат человеку с никнеймом Александр. Дора, осень пьяная. Давайте послушаем осень пьяную. Гитара за 2000 рублей продана какому-то байкеру 100 миллионов лет назад. Кто пожег? Ну вот она. Пальцами по стеклу не трясвые слова, как глупый телефон напишет за меня, напишет за меня. Нихуя. Такой TikTok Linkin Park такой получился. Встала и стоит, что она встала реально, да. Какой странный клип. У нее прикольный тембр, кстати, на самом деле. Такой куда-то такой полу в нос, но не сильно. Как-то и как сухой такой, что ли, голос, хуй знает. Ну и тоже мелизмы, хуизмы, то есть у нее. То есть чуть-чуть неразборчивость такая, типа вот это прикольно работает. Ну когда изменилось такое? Ты что-то. Скриптонитовость какая. Ну, типа, да, он не мерзкий, скажем так. Не так, чтобы кайфануть, то есть не даже дефект. Но... Комса, типа. У Megadeth писал прикольный трек. Ну, такой, это, типа, больше пародия на брейкдаун. То есть сделали брейкдаун так, чтобы TikTok-девочки все равно, типа, его слушали. То есть, это такое... Если Анакондас прям не постеснялись, например, то есть прям вот нормально бахнуть, да, то здесь как-то все такое вылизанное такое, все вот как-то вот радиофрендли вот прям максимально, да, как будто по телевизору это покажут. Ну, такое не люблю. Есть один единственный тег, где мне нравится такое решение. Это Apollo Dry группа называется. Зупа Эльден, нахуй. Суперхельден. Да ничего, типа, ну такое, то есть не прям кайфануть, То есть, короче, ну, да, ну, мне насрать, типа, мне не очень, но какая разница, то есть зашла, то есть она, типа, то, что Дора кому-то заходит и популярно, меня особо не бесит, я не знаю, чуваки, типа, меня бесит вот Моргенштерн, допустим, да, или Пошлая Моль. Вот, а группа Щит мне, ну, не то чтобы, они меня не бесят, мне просто непонятно, какого хуя, типа, из кучи одинаковых групп именно они популярны, то есть, чем они особенны. Мне вот, у меня главный вопрос к группе Щит, а что с вами так, типа, вот, ну, то есть, вернее, к ним у меня нет вопросов, молодцы, вопрос к фанатам, то есть, а почему, типа. Вот, а тут, типа, ну, я потому что дура, ну, такое, типа, ну, видимо, очень много, очень многим людям резонирует этот вайб, который она несет, поэтому, вот, мне нет, мне, типа, ну, я в тебя втюрилась, сказывалась. Потому что дура, это кринж-рок, говорят, типа, не кьют-рок, а кринж-рок. На, блядь! Спасибо. Дорога и стримлер. Знаешь ли группу Nocturnal Rites? Нет, Nocturnal Rites не знаю. Это, надеюсь, не прикол тоже, как твой никнейм? Спасибо, дорогой донатер, но не слышал. Корти, сука, убил Кобейна, да! Это Дора убила Кобейна, на самом деле, ребят, вы не шарите.